Это видео вчера снял очевидец после футбольного матча между турецким клубом Галатасарай и местным РФС. Как минимум два латвийских фаната получили травмы, одного забрали в больницу. По факту произошедшего в Рижском восточном управлении госполиции началась ведомственная проверка, но до сих пор никто из пострадавших в полицию заявления не подавал. Причин потасовки ни один из очевидцев, с которыми нам удалось поговорить, не знает. Говорят, версий много. Кто именно устроил конфликт, тоже непонятно. Лидер клуба фанатов РФС говорит, что члены их клуба в драке не участвовали. Ни перед игрой, когда турки шли через Старую Ригу на стадион, ни во время игры, ни у меня, ни у клуба РФС не было никаких проблем, связанных с турками. Мы встречались и в гостинице за завтраком, и после игры разговаривали. Все было в порядке. Все праздновали. Логично. Кричали «РФС, РФС». Возможно, какому-то турку не понравилось. Я не знаю. Да, ситуация ненормальная. Это понятно. Неприемлемо, что люди травмированы. Но и вечером в пятницу или в субботу в Старой Риге происходит что-то похожее. На видео, на которых засняты похождения турецких болельщиков по латвийской столице, видно, что на матч приехало несколько сотен фанатов из Турции. В Федерации футбола говорят, что примерно 500. Но предполагалось, что могли приехать в 5 раз больше, потому что изначально клуб выдавал им квоты на 2500 билетов. И тогда потасовка могла бы закончиться совсем иначе, или ее бы не было вовсе. Сам же матч уже называют сенсацией. На стадионе Даугава чемпион Латвии РФС сыграл в ничью со счетом 2-2 с титулованным турецким клубом Галатасарай. Это действительно большое событие. Это второй раз, когда латвийский клуб участвует в этом турнире. Литовские и эстонские клубы никогда не участвовали в этом турнире. Впервые латвийский клуб забил 2 гола в одном матче в Лиге Европы. Немного неприятно слышать, что после такой игры на первый план выходит конфликт, потому что все-таки, глядя на то, что такое футбол в мире и что в нем происходит, практически невозможно избежать каких-то мелких конфликтов. Такого рода инциденты происходят очень часто в европейском футболе, и это не был очень большой инцидент, если мы его сравниваем с, скажем так, играми такого рода и у нас, и в других европейских странах. Хотел бы поздравить футбольный клуб РФС, игроков, тренерский персонал и всех болельщиков, которые вчера были на стадионе с великолепным результатом. Футбольный клуб Галатасарай – один из ведущих клубов Европы. Ничья с такой командой – очень хороший результат для латвийского футбола. Кстати, вчера на стадионе собралось рекордное число зрителей за последние 10 лет – 8,5 тысяч человек. Юлия Бита, Янис Голдберг, СЛСМ+.